Всем здравствуйте! С вами главные новости. В середине декабря стало известно о том, что Татьяна Арнгольц и Марк Богатырев встречаются. На днях актер публично признался в любви своей знаменитой избраннице. В декабре ему исполнилось 34 года. Звезда сериала «Кухня» редко делится подробностями своей жизни. Он не стал рассказывать поклонникам в Инстаграме, как отпраздновал свой день рождения, но на откровение актера все-таки потянуло. Он решил признаться в любви своей девушке, 36-летней Татьяне Арнгольц. Это был потрясающий год. Спасибо всем, кто был рядом. Спасибо Богу, что встретил тебя. Татьяна, моя любовь. Написал Марк под своим новым снимком в соцсети. Свой роман Марк и Татьяна долгое время скрывали. Влюбленные впервые появились вместе на публике 17 декабря этого года. Они побывали на премьере нового фильма «Елки последние». Отметим, что Татьяна и Марк познакомились в 2017 году во время съемок драматического сериала «Наживка для ангела». Правда, ходили слухи, что актриса вернется к своему бывшему мужу, ведь они очень часто бывают вместе. По-другому, однако, быть не должно, у них растет совместный ребенок. Остается всем им пожелать, чтобы все у них сбылось, любви им и радости. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были главные новости.